пожаловать на новое видео. С вами сегодня Кастин, Олег Офис, Саня, Олег Смолкин, Джонни Фуджики, Пажик, Чудик, Суррогат, Лёша Хаммер, Серега был и Саня Олег Смолкин. Всех, по-моему, да, назвал? Сань, тебя вообще, по-моему, два раза назвал. Надеюсь, никого не забыл. И, друзья, сегодня 8 человек в Пикапарк. Короче, ребят, сегодня будет настоящий дичь. Я не знаю, впервые собрали столько людей, это максимум. Поэтому я уверен, что сегодня получится очень угарная и очень веселая серия. Так что, ребят, не смотрите, поставьте лайк. Но мы начинаем, погнали. Задание называется Last Park, то есть, типа, последний, как я понимаю, уровень, да? И там самое огнево просто, там самое... Да не угадай! Ну все, вы можете, вы сразу с лета начинаете тупить, да хватит прыгать! Ой, господи, ну что же это люди? Да ну нельзя прыгать здесь! Ну нельзя здесь прыгать, вы поймите! Не прыгайте просто! Сань, давай! Вот, смотри, вот так! Стой! Нет, просто запрыгни на меня! Запрыгни на меня! Саня, быстрее! Все, запрыгивайте по одному! Быстрее! Чоп-чоп-чоп-чоп-чоп-чоп-чоп-чоп! Куда без меня? Кто? Кто белый? Вы что тупите так? Я не понимаю! Давайте быстрее работаем! Ну! Фиолетовый, кто? Вот, все, молодец! Прыгайте быстрее! Все, да кто это сделал? Сука, это какая! Ну кто тупой такой, скажите, пожалуйста, а? Первый, блядь. Все, давай, запрыгивай на меня. Ураган, это же ты, правильно, да? Все. Не-не-не, я. А да не в ту сторону, не ту... Да вы, да кто ты, ну как? Налево скинуть. Всё, вам налево надо скинуть это. Вы что, прикалываетесь? Паша, прыгай на меня, всё, Паша. Всё, Паш, давай, прыгай. Паш, просто прыгни, Паш, просто. Да прыгни нормально ты. Да на кнопку. На меня прыгни. На кнопку вы встали? Все, быстрее идем. Да, Паш, прыгни на урагана, Паша! Да, Паша! Не прыгай, тихо. Олег, пройди, ребят, все пройдите сюда, к нам, за стенку, за стенку, за стенку. За стеночку, встаем за стеночку, за стеночку, за стеночку. Мы заруинили. Алло, как мы? Почему заруинили? Стой! Там на кнопку подпрыгивать шарик, может быть, как-то он прыгнет влево, что там кстати. Можно вообще двинуть. А чё сложно так, реально? Ну-ка, погоди. Короче, у меня идея есть. Да кто? Зачем? А зачем кнопку? Просто гений, реально. Надо, чтобы, короче, вот этот вот квадратик кому-то на бошку приземлился. Думаешь? Давайте это я буду. Ну давай попробуем, окей, давай. И для чего? Я не понимаю логику того, что мы делаем. Я не понимаю. Короче, надо... Блять. Это нужно, чтобы синему пройти. Блять, ну толкайте, ну ебаный. Желтый! Так, выходи, и чего? А как вы на пушку его надеть? Вот, красава. Зеленый и серый, подойдите к нам. И чего? И для чего мы это сделали? Чтобы кто сдох, то я покажу. А для чего мы это сделали? Короче, смотри, в чем задача. Блять, что я еблан. Короче, давай. Нет, стой! Я понял, походу, смотри. Нам нужно сначала пройти вот за этот единичку. Единичка будет блокировать этот сигнал посередине. Потом мы должны запрыгнуть так, чтобы я. Ну, чтоб тот человек, у которого этот щит, он запрыгнул так, чтобы блокировал сверху. Когда мы берем ключ, да. Все, давай попробуем. Смотри, сейчас просто кто-нибудь встаньте на кнопку. Встаньте на кнопку и желтый запрыгни на кого-нибудь. Желтый запрыгни на кого-нибудь. Все, встаньте на кнопку. Все, отлично. Так. Идем сейчас. Идем. Все за блок, все за блок. Так, ты его подвинь. Быстрее, давай. Да, бля. Серега, ну что ж. Я сейчас все объясню. Просто делайте, как я говорю. Все, идем наверх. Идем, поднимаемся. Все, вот тут блок пусть будет стоять, блок здесь пусть. Перепрыгивайте за блок, перепрыгивайте. А зачем мы все можем уйти? Да ну, Паша! Долбоёб, ебану! Хватит тупить так, пожалуйста! Саня, теперь запрыгни на меня, запрыгни вот сюда вот ко мне. Давай, быстрее, Сань. А как? Подойдите мне, пожалуйста, не тащите меня сюда. Вот, смотри, вот так. Все, запрыгивай теперь на меня запрыгивай. Вот сюда, вот. Все, смотри, теперь кто-то из вас берет ключ. Все!
Вот видите, пацаны! Обратно теперь, смотри, сейчас только то же самое, делаем, только в обратно. Стоп! Чубик, не прыгай! Паша, не прыгай! Саня! Так, смотри, спускайся вниз сейчас, Пошли в хату. Все, смотри, да теперь... Я смотрю, подожди, мне теперь... Леша, я тебе большое кое-что покажу. Тихо, сейчас Олег тебя бьет. Так, еще раз. Блин, Наташа, да вы что дальше-то как? Смотри, ты скидываешь и убегаешь туда на правую. Да-да-да, подожди, стой. Не-н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 е. А так, а вы как пройдете потом? Короче, мне нужно встать как-то на этот блок, чтобы вы могли пройти. Да. Короче, я скидываю, все, я ухожу. Все, я ушел. Теперь вот так по одному, да, все правильно, все правильно. Все, Паш, иди, Паш, иди. А мы Не, нормально, смотри. Теперь попробуйте прыгнуть вдвоем. Вдвоем попробуйте прыгнуть. Нет, кнопка, там по-любому кнопку нужно. Там. Короче, пожалуйста, зайдите в дверь, у них вижу. Зайдите в дверь, блядь. У них дверь нет. Идите отсюда. Давай, все, я нашел, вот, все. Так, я понял. Стой, нет, Паш, иди сюда, Паш, вернись, пожалуйста, я тебя прошу, Паш. Вот здесь просто стой и все. У меня идея, смотри. Короче, сейчас оранжевый идет нажимать на кнопку, и в то время желтый должен под этот блок встать. Попробуй, да, попробуй. Не, попробуй. Аккуратно, иди. Аккуратно, нам нужно встать. Бля, как мы это сделаем? Блин, и как это сделать? Если опять же, если только Саня туда поднимется. Подожди. А если он сейчас прыгнет, то я быстренько... А, бля, нет. А нет, подожди, стой. Только если я потом вот так встану, еще успею. Попробуйте вдвоем просто синхронно запрыгнуть на этот блок. Просто попробуйте. Да не, почему? Желтый. Не, подожди, стой. А если желтый прыгнет просто на этот блок, его же не поджарит. Тогда вот нет, все, смотри. Стоять. Так вот, в этот тайминг надо. Не, его поджарит, потому что вот нужно именно в этот тайминг прыгнуть. Именно в этот тайминг надо прыгнуть. Давай, Так, стоп, давайте еще раз. Кнопка не просто так. Почему это так сложно? Почему? Вот тут он сможет запрыгнуть, смотри, вот тут. Левее. Джонни, еще левее. Левее. Олег, левее. Джонни, запрыгни сейчас на Лего. Чуть-чуть для урагана. Так. Вот так, Олег, запрыгни. Олег, не-не-не, я ударюсь. Левее еще. Давай. Вот! Так, все, отлично. Подожди, все, все, спокойно. Тихо, только не прыгайте. Сюда. Направо. Так, и теперь Джонни залазит на коробочку эту, и все, нет. Да, ну, все проходим. Все, бежим. Давай. Пойдем. Пошли. Так, а какой смысл в этом? Блять, да я не знал, что я на голове уже чьей. О май гад. Иди сюда, иди налево. Да мне кажется, это не сработает, нифига. Работает, все нормально. Тащите блок. Даже не надо никакой схемы придумать, он сможет спокойно залезть. Налево, иди, ураган. Подожди. Тебе налево просто идти можно, да? Ты иди налево, все нормально. Все, идем. Аккуратно, только прыгайте, следите за собой. Все, по очереди давай. Все, вот так. Перелезьте, да, все перелезьте. Все, давай, забирай. Забирайся, быстрее. Двигай кубик. Не прыгай, Лёх. Что ты? Погоди, а как так получилось? Не, нормально. Вот, все. Лёх, смотри, сейчас твоя задача, теперь нужно будет запрыгнуть за блок, Всё, отлично. Всё, и сам поднимайся. Всё. Теперь надо забирать. Пожалуйста, зайди в дверь. Ну офигеть, это что так сложно? Мы один уровень, 15 минут проходили. Я еще 3. Все, всем пока. Да куда, погоди, куда ты там собрался? Подожди. Это просто ужас какой-то. Ребята, это еще нам 3 уровня пройти на... Вентилятор дура. А здесь вентилятор, выключайте. Погоди, а и что? Надо дальше идти, направо, мне кажется, не? Дали направо, ключ там скорее... Да, вот так идем. Я иду, проверяю. Мне кажется... Подожди, что-то здесь... И куда? А, ну тут чекпоинт! Хорошо! Короче, нужна лесенка, и одновременно нужно всем ходить. А там сдувает! Сдувает, пацаны, сдувает! Так лесенку выстраивайте, быстрее! На лесенку!
Давай, ну, давай, ты... вот ключ сверху, ключ на... Над... Да алло, что, проблема? Два АФКшка. Белые. Давай. Давай. Блядь. Вы что, прикалываетесь, что ли? А там ветер. Олег, ветер. Давай, давайте, там ветер. Проходите. Блядь. Так вы просто на... О, о, нифига. Давай. А что ты думал, Олег, так легко, что ли? Оранжевый, давай. Давай, 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 подпрыгивай, подпрыгивай. Давай, 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 давай. Давай. Ура. Стоять, стоять, подожди, там была же... Да нет, там ничего не было, там все нормально, там просто дверька и все. Слушайте, ну это простенький уровень-то. Что такое? Что пройти не можем, пацаны? Давай, все, заходим. Да, заходим. Ура! 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 Как-то на удивление мы очень быстро пробиваться. Паша, можешь зайти, пожалуйста? Вот после каждого ролика по пика-парку у меня желание разбить Паше лицо все больше и больше, реально. Вот просто приедет в Тюмени, просто сделать все возможное, чтобы вот набить просто реально лицо. Просто Олега кофе в Тюмень заманить. Реально. О, а где я? Аккуратно летим. Так кто меня зажал? Ой-ой-ой. Говорят, друг за другом, друг за другом. Давай, 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 трансформируемся. Кто последний тут лох, пацаны? Кто последний тут лох? Смотри, смотри, смотри. Не плачьте! Да вы что? Я говорю, встаньте просто в ряд, блядь. Да нахуй, блядь, вперед, налево, просто вверх, блядь. Ладно. Кто последний тут лох, пацаны? Пятая передача, газ в пол полетели. Не нажимайте влево, вправо, только вверх, вниз. Ключик. Ключик у меня? Как ключ, не у тебя? Ключ передается из поколения в поколение, чисто, слышишь? Когда уже финиш? Да ну как? Да капец, ну когда финиш уже? Я грустно голоском. Смотри, вырываюсь. Вырываю позицию, смотри. Блочишь, подрезаешь. Я шашкую, это чисто шашки московские, пацаны. Хуёвые шашки у тебя, блядь. Смотри, давай, оп, я тебе шашки в кровать накину, блядь, понял? Смотри, оп. Да ты стой, блядь! Лети ровно! Нормально, все, все нормально! Да как? Ну как? А что я? Причем я здесь? Я еду первый, ничего не, короче, не знаю. Меня подрезали! Меня подрезали, ничего не знаю! Меня замочили! Все, поднимайте наверх, хорошо! Красному или синему пизда будет, я отвечаю, лучше перестроить. Давай, давай, сейчас вперед, дайте. Тихо-тихо, ты что ж так все... О, я ключ, ключ! Взяли! Да ну как? Да ебаный ваш! Я на ключ засмотрелся, нет! Заебали, блядь, уже! Езжайте нахуй! Сука, рыжая лиса ебаная, блядь! Я случайно ебал, гульда режь на меня, блядь! Да куда ты уехал? Что ты делаешь? Блядь, с кружкой ебаный, блядь, пиздец! Опять он вниз. Может, что, Олег? Олег! Олег! Я должен взять, это пиздец, нахуй, я ебаный. Закажешь вам клавиатуру, лицо. Блядь. Ладно, все, давайте. Я все. Я просто угорнул с того, как Джонни забомбил. Давай, 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 давай. Все, 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 полная концентрация. Давай, сконцентрировались и проходим аккуратненько. Вот так вот. Молодцы! Молодцы! Да Саня! А давайте Джонни будем блочить. И говорить, что это он виноват. Только без ножа, брат, давай без ножа только. Что угодно сделаю, только не надо. Давай, все, вот сейчас проходим. Вверх. Блять, я тебя зарежу, блять. Да ну как вы фейлите так, как? Объясните. Фейлите, сука. Ебучий тебе игра, просто я ебучий. Вот по канарейке, конечно, реально. А, ну вы можете проходить. Ходить нормально, ну чё вы, я не понимаю, как можно фэ... Бля, как? Бля, пощадите мой монитор, пожалуйста, я не хочу его ломать, блядь, я пожалуйста. Нет, я в шоке просто, реально, я просто в шоке с нас, если честно, я просто... Ребят, можете не писать в комментариях, какие мы тупы. Бля, как? Ну сразу умер там в конце. Вы понимаете, мы самый простой уровень пройти не можем, вы чё тупые такие-то? Я не... Да почему? Да кто меня заблочил? Всё, лесенка, лесенка, поднимаемся. Сейчас спускаемся, сейчас спускаемся. Потом резко вверх. Всё, вот так, давай, чуть-чуть! Сейчас не помню. Вниз! Да мы дальше не заходили. Блядь! Всё, скажите, нельзя было всё, 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 всё! Нельзя было это сделать!
Слава богу, мой Паша, зайди, пожалуйста. Сука, быстро, блядь, где ты там? Гандон. Последний уровень, наконец-то. Ага, сейчас пятый нам нарисуем. Не-не, нормально. Охуенно, блядь, блядь, по Майнкрафту, блядь. Бля, гидран, а, ну типа идет этот экранчик за нами, и мы должны все это быстренько проскочить, пробежать, да? Да. Быстрее, давай, давай, пошли, пошли, пошли. Да вы что, блядь? Зеленый ушлёпок, ты нахуй просто заднюю дал, блядь. Да вы просто можете прыгнуть. Там нельзя встать, вы понимаете? Просто прыгайте и все, просто прыгайте. Шутник, давай, пойдем, быстрее. Быстрее. Блядь. Нет, стоп, там лестница надо. Все покончили со мной. Нет, там, мне кажется, можно допрыгнуть. Мне кажется, там можно допрыгнуть, там просто в последнюю секунду надо это сделать. Идем! Не, нихуя. Не, не, работает. Я с вами! Здесь как тут пройти вообще? Понимаешь? Да, там лесенка надо. А как последний прыгнет? А последний-то как прыгнет? Да. Лесенку с другой стороны делают. Там кнопка. Нет! Сначала человека 3 делают лесенку слева, потом человека 3, который запрыгивает направо, делают лесенку там. И все. Я засмотрелся. Мы это никогда не смотрим. Мы пройдем. Просто прыгайте. Просто летим. Все, первые три человека, не прыгайте лесенку, делайте, просто лесенку, делайте, давай, и все. Давай. Наготове. Все, теперь снизу. Лесенку делайте, все, все, летим, летим, летим. Let's go! Быстрее! Да! Быстрее! Все! Бля! А что там слизь, аккуратненько. Я не знал про эту улитку, я не знал про нее. Нажмите на кнопку. Все, идем. Все, всех ждем. Стоим в строй. Правей. Все. На голову запрыгивай. Ой-ой-ой. Бля. Блин, я ему еще ебал разбил, подожди. Вот так просто сделать реально и все. Да ну что, ебать. Прошел Серегу в зале, иду последним теперь. Да блядь, успокойтесь нахуй! По очереди! Все хорошо, ребята, молодцы! Молодцы, ребята, молодцы! Давайте, ускоряйтесь! Все, здесь, стой! Да быстрее, идите сзади! Прыгай! Прыгай! Все, не убирайте, пожалуйста! Вот, прошу! Да я не знал, что тут дырка, блядь! Никто не знал, что тут дырка, поэтому ебальники завалили нахуй! Быстрее, блядь! Ой, боже мой! Ну давайте, ребята, нам немножечко осталось поднажать просто и все. Пожалуйста. Все, слезай, давай, все. Давай. Как? Суть, я ж был. Пиздец, Олег, блядь. Я же уже прошел, в смысле? Джонни, прыгай. Тихо, ну не надо мне на бошку, пожалуйста, блядь. Ой, блядь. Да хорош, ну блядь, ну вы зачем это было? Да прыгайте, да вы. Зачем это нужно было делать, блядь? Подожди, а у нас... Там уже сдох. Там умирают, да? Да. А проверь. Серега. Да ну! Залагало! Заткнись, не кричи! Залагало! Игра за 50 рублей залагала! Тихо, по очереди, время есть, блядь, каждому! Все, быстрее! Все, идем! Беги! Беги! Да нормально. Быстрее, го! Все, вот так, вот, все, идем. Вот я больше расстояния даю. Давай, пожалуйста. Все! Подожди, стоять. Все, по кубикам только за стеночкой. Нет. Блядь. Подожди, а попробуй нажать, что будет. Не, все умерли. Не тыкайте самое главное кнопку. Мы это не пройдем, я уверен. Мы это никогда в жизни не пройдем. Пусть сейчас пройдем. Давай. Хорошо, давайте. Припрыгивайте на кнопку. Ну не надо нажимать на кнопку. А что, на кнопки нельзя нажимать? Нет, на эту нельзя нажимать, там написано, что не нажимай на кнопку. Понял, Саня, больше не нажимай. Все, давайте, аккуратно, через кнопку только перепрыгните, пожалуйста. Все, через кнопку. Все, быстрее! Быстрее! Серега! Всем пока, мы прошли уровень, ура! Да, мы прошли уровень, можно заканчивать. Серега! Ну, Сереженька! Сережа! Я тоже прошли уровень. Сережа, ну как так? Олежек, я тоже тебя люблю. Мы же уже прошли.
Two hours later. Я сейчас лопну, мне ссать от вас. Сколько можно уже? Ребят, вы где вы еще, скажите, найдете такой угар? Вот скажите, пожалуйста. Какой угар? Это пиздец угар. Я этот угар в рот ебал. Бля, я Олега, наверное, в жопу его, а, ебать, угар, пацаны. Может быть, Джонни, может быть, я не проверял еще. Везут, блядь, бля, угар вообще. Вот, вот, все, хорошо. Все. Главное не нажать, главное не нажать. Серега, не нажми на кнопку. Наконец-то! Я не вижу! Да! Все! Вот это! Заходим! Заходи! Заходи, пожалуйста! Да зайдите! Да зайдите вы! Серега, зайди, пожалуйста, Сережа! Серега, я сейчас приеду, реально, Серега, сейчас... Где как там выйти? Просто нажми! Что такое? Что случилось? Нажми на W! А, кнопку нажимаем, побежали. Нажми ты на W, удвери, пожалуйста. Олег, быстрее напомни. Слава богу, друзья, я надеюсь, вам понравился этот ролик. Вы поставили лайк, подписались на все каналы. С вами сегодня были, как знали, Ковидж, Уни Пуджаки, Серега Булда, Саня, Ликсфокс, Ураган, Чупикс, Паша Квейн и Леша Хаммер. Ребята, все ссылочки в описании. Все тут скоро встречаем. Всем пока-пока. Спасибо. Спасибо, F9. Ёбаный в рот.